Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Адольф Вильям Бугро. Молодая девушка, сопротивляющаяся Купидону. Около 1880 года. Холст масла 57/81. Французский живописец Адольф Вильям Бугро является крупнейшим представителем салонного академизма. Он учился в Парижской школе изящных искусств, совершенствовал мастерство в Риме, создавал полотна на исторические, религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты. В данном произведении полуобнаженная девушка сидит на невысоком постаменте. Она, улыбаясь, отталкивает от себя золотокудрового малыша с белоснежными крыльями за спиной. Одной рукой Купидон держится за деву, чтобы не упасть, а другой пытается пронзить ее стрелой. Фоном для этой сцены служит пейзаж идиллической Аркадии. Представлено в экспозиции музея Гетти полотно является одной из авторских копий, сделанных художником с картины, которая экспонировалась в салоне в 1880 году. Ну вот так вот вкратце о работе Адольфа Вильяма Бугро «Молодая девушка, сопротивляющаяся Купидону». Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.